Здравствуйте. Так, и пишите собрание. Здравствуйте. Очередное собрание Вабан. Здравствуйте. Дядя Димой, здоровься. Привет. За газету принес. Так, это вот почитаю. Мне там под сыну партии только. Чем? А это уже деньги тебе принесли. Дайте бумагу. Запечатанное, не могу. Это лишний экземпляр, вот тут, да. Вот, да. Фуга? Да. А у них война началась. В Украине? Война на Украине, война началась, да? И как ты к этому относишься? Плохо? Жалко, да? Мы по телевизору слушали. Ну а ты-то как к этому относишься? Не знаю. Ну как, людей убивают. Ты осуждаешь тебе это? Тебе нравится это или нет? Да нет. А ты что смеешься? Вот, надо... Ладно, открываем собрание, объявляем повестку дня. Ну маленькую полинформацию немножко для детей тоже надо. Так, повестку дня давай. Да. А то у нас все сумбурно. Значит, что у нас в повестке дня? Первый вопрос. Это открытие парка. Да. Вот. Первый вопрос у нас стоит. Я считаю, что открытие парка – это на открытие парка. Привлечение людей на то, чтобы на объединение людей. То, что с советских времен уже ничего не делалось, развалился колхоз, ни клуба, ничего нет, каждый сидит на своем огороде. Если начинать на митинге кому-то говорить или на собрании на общем, выступать перед людьми, да, выступаем перед людьми и говорим. Вот, что ж вы забились по этому? Начинаются выкрики, да что тебе больше всех нужно? А если написать газету, в газету статью, чтобы каждый человек прочитал, заглянул в свою душу, сказал, что, да, что мы хотим сделать? Можем ли мы что-то сделать? И сделаем ли мы то же самое, что наши предки сделали во время Отечественной войны? Взяли все плечом к плечу и отстояли такую заразу, победили. А мы не можем здесь взяться плечом к плечу, взять вожжи у дяди Васи, у тети Моти, которые пришли, называемая власть. А мы же виноваты. Мы виноваты в том, что эту власть, грубо говоря, допустили. Ну, не нравится, мы здесь начинаем с людьми начинать говорить. С Димой ходить вот в деревню, если 5 вечеров по 2 человека мы приедем, чай попьем с кем-то, к бабушкам каким-то поговорим. Мы же что плохое сделаем? Мы просто обратим внимание на себя. Потом дальше. Если подключить вот так вот людей потихонечку, в труде, привлечь, прийти, написать в газете, сказать, ребята, приходите, давайте, ходят слухи, что мы секта. А мы придем, давайте подумаем, что обелиск поставим, часовню поставим, площадку детскую сделаем. И подумаем, кто мы, секта, партия или какой-то народный фронт, или просто люди, которые мы собрались, и детям своим передадим, что можно общаться, созидать, а не через огород. Поздороваться, здрасте, Володя, а потом в сторону, там, допустим, шипеть что-то такое за спиной, что-то говорить. Мы разучились вот это вот, разучились это делать людей. Чем можно объединить? Собрать, и они скажут, давайте, ребята, соберемся за столом, кашу поедим, чайку попьем, вот никто не подойдет. Как мы Новый год отмечали, пока Дима не начал своей харизмой такой обладающей бабушек там завлекать, подошли, встали в хоровод. Парень, Ромка, с женой пришел, молодой, я говорю, ну смотри, говорю, он стал хоровод, я говорю, ну представь, прикольно же по-трезвому, средь бела дня хоровод водить, ну это в этом же плохого нет, а в сути что заложено? Ребенку, мальчику, проще, я говорю, действительно, портфелем ударить девочку и выразить таким способом к ней чувство, нежели подойти и подарить цветок, его засмеют за это, а за это и одобрят. И она уже будет, она-то привыкает, если он портфель, он мне уделил внимание. Правильно? Но это психология. Ты говоришь правильные вещи, но ты с нами проводишь политинформацию. Нет, я не политинформацию. Мы вот нас убеждать ни в чем не надо. Я к делу и подвожу к тому, чтобы действительно, вот с Димой, я серьезно говорю, что пойдем и по деревне людей привлекать. Что мы сделали? Субботник получился у нас. Пришли люди, вот когда мы начали, прорубили, вон тот дом, да, вот это прорубили окно в Европу. Пришла семья с двумя детьми. Я сейчас разбор полетов делаю. Пришла семья, здесь муж, жена, тесть пришел. Начали помогать нам здесь. Я собрал, что на 12 июня был День России, да, был, независимости. Собрались, бутылку водки взяли. Причем спрашивал, говорю, сколько взять, 0,7 миллилитр? Не, говорит, 0,5, давайте, ну что, мы напиваться будем. Взяли бутылку водки. Сарделек здесь, вот на этом костре, на этом месте пожарили. Ребята с нами были здесь, бегали, все. Поговорили, объяснили все.
И вот эти вот, допустим, вот мероприятия, открытие обелиска, пришли люди, постояли, посмотрели, это одно. А то, чтобы вот их сюда привлечь, когда поработать, сесть здесь, допустим, взяли чайку там, заварили, посидели, поговорили, даже чуть-чуть потрудились, с детьми и все такое, чтобы люди поняли, что времена, которые в коммунизме там были, люди посевную провели, сели, посидели, пообщались, поговорили, пошутили, посмеялись. Ну, Серега, подожди, ты правильно говоришь вещи, но давайте будем, Серега, более конкретно, да, решать а вот вопрос. Что волнует сегодня Истребовку? Я почему? Эти вопросы у меня по общению «Золотая долина». А это поэтому я на вас испытываю. Никаких вопросов, ничего Истребовку не волнует. Потому что люди пассивные, они уже просто решили ни во что не верить. А что ты решил, что их ничего не волнует? А ты что, поговорил с ними? А вот депутат может сказать это дело. И не просто ничего не волнует. Пока с тобой разговариваю. Ага, ты разговаривал с ними, и они тебе сказали, что все, мы довольны, мы на седьмом небе, мы в раю живем, отвали от нас, у нас все есть. Люди подходят и говорят, что, ребята, когда вы нам электричество проведете, вы же взялись за дело, вам 10 миллионов дал Артамонов, в это, как его, откуда вы знаете? Да он, я вот с женой ходил до лесхоза, вечером, зимой ходил, гулял, освещение красиво, все. И вот бабушки там, Наташа Жукова, все, вот эти просто стояли, разговаривали. Вот останавливались, разговаривали, ребят, ну как вам, хочется вот так вот жить? Да нет, а что вы вот сделали-то, вам этот, как его, что вы будете делать с этим? А вы откуда слышали? По телевизору Артамонов сказал 10 миллионов. Конечно. За что вы боретесь? За справедливость, за лучшую жизнь. Мы боремся за то, чтобы в деревне можно было жить нормально. За то, чтобы конституционные законы исполнялись. Чтобы мы дышали, чтобы наши права не нарушались. Вот понятие за то, чтобы было жить нормально. А вот здесь можно по пунктам? По пунктам. Бабушек пожилых людей. 10, он снимает, хорошо запишется. Пожилых. 10 предложений, вот пунктов, которые необходимы для того, чтобы жить нормально. Первое. Хорошо, здорово, поехали. Уделить внимание пожилым людям. Подожди, давайте приземлимся немножко. Почему? Первое. С чего началось у нас? С водоснабжения. Это началось. Наша история. Вот. Давай историю расскажи. Вот история. Началось у нас водоснабжение. То есть вода у нас плохая. Водопровод у нас старый и плохой. Нужно проводить реконструкцию. Это доказано Роспотребнадзором. Да, есть заключение Роспотребнадзора и так далее. Это первое. Хорошо. Так. Второе. Газ. Та же ситуация. Газ ни у кого не стоит на балансе. Это признал глава Сельского района. Газ не стоит на балансе вообще нигде. Уже в течение 7 или 8 лет. Обещал разобраться, ноль. Хорошо. Так. Вода, газ, дальше. Дорога. Это проблема. Вода в газовой магистрали. Это проблема, мы говорим. Ну, понятно, да. Вот, дорога. Дорога третья. Библиотека. Ее полное отсутствие. Подождите, у нас медпункт не работает, клуба нет, библиотека хоть какая-то да есть. Ну есть, но ее нет. Ну, не для всех. Клуба нет, то есть культурно ничего нет, спортивных никаких... Ни площадок детских. Ни площадок, ни детских площадок, ничего здесь нет. Сейчас пойдем к ней спросим. Парка нет. Воздух. Нет, сейчас воздух спросим. Никита скажу, сказал про кабинет. Про какой? Просил подойти. Ну вот воздуха нет из-за дороги. Я ей говорю, да? Далее, нарушение прав. Граждан систематическое. А в чем это? Канализация. Ну, например, все обращения практически игнорируются. На обращения не отвечаются. Сельская дума бездействует полностью. А если что-то делает, то незаконно. У нас дума не работает. Администрация начала с людей собирать деньги. За три года трехлетней давности. Это у нас на поселке канализация. Теперь сейчас они вот сделали сход в воскресенье, в субботу, и сказали, что надо с каждого двора по 3000, чтобы начать ремонтировать канализацию. Подрядчика еще нет, никого нет. А они начали почему-то с денег. Откуда такая сумма взялась? А у нас с 2010 года нам просто перестали начислять за водоотвод. Вот законно они берут деньги? Нет. С 2012 года. Здесь, с дома 3000. Да. В городе берется с человека. Я не знаю. Нет, ну вот. Ну это ладно, давайте вот все. Это услышали. Хорошо. Потом к этому вопросу вернемся. Давайте, дальше что? Потом вернемся. Дальше. Вот. А как ваше население здесь оценивает значимость этих проблем? Вы в курсе?
Вот вы их в таком порядке проранжировали, а население? Они считают, что это все делает сельский совет. Да. Они, знаете, нет, они, давайте так вот. Они недовольны тем, что у нас здесь. Им хочется, чтобы все это было, все это работало. Но чтобы только без участия. Пойдемте сейчас по деревне, вот сейчас вот здесь вот, недалеко пройдемся не и надо, поговорим. Сережа, а что? Сережа, давайте будем решать вот, вопросы. Чтобы идти по населению, нужно подготовиться. Вот было бы неплохо ваш список положить на бумагу и пойти к населению, чтобы они оценили, допустим, по пятибалльной системе. Никто теперь ничего не подписывает. Они все боятся. А зачем подписывать? Вот вы пришли, книга амбарная. В этой амбарной книге записаны эти вопросы. Подходите вы к человеку. Там номер один этого человека, первый человек, который вам попался. И начинает с ним говорить. А как вы считаете, вот есть проблемы? Как вы к этим проблемам относитесь? Как вы их оцениваете? Насколько они важны? Ни пожарной безопасности, нет никакого неблагоустройства. У нас вот за что не возьмись. Все, у нас вот вообще у нас администрация, она есть, но в то же время... Самый простой вопрос. Вообще. Вот для пожилого человека, для кого-то вот обрезался, змея укусила, там еще, есть работающий медпункт на бумаге. Почему нельзя пройти по домам и сказать, ребята, неужели мы не сможем собрать подписи для того, чтобы заставить администрацию и кого-то заставить, чтобы у нас заработал медпункт, чтобы есть, были часы есть. Приема. Нам же медпункт. Подождите, ребят, вот совсем недавно был простой случай, когда мы нашли человека и сообщили да, в сельский совет. Вот это... Эстера Туном поругалась, потому что она вызывает и милицию, я говорю, я ты вам... Ты сначала нашла. Проезжала утром? Утром проехала, увидела человека. Вот. Да, рассказывай. Думали, дальше. Что пьяный. Вечером я поехала на работу, с работы вечером еду, мне дочка говорит, мама, человек-то лежит? Он лежит на том же месте, на том же боку. Да. Вот. Я проехала мимо, я вернулась, позвонила Бурыкина Валентина Ивановна. Валентина Ивановна вышла, я говорю, Валентина Ивановна, ты вот не знаешь, там действительно не видно, если бы не красная шелка, ну, понятно, было бы не видно человека. Вот. Я стала звонить в сельский совет. Я говорю, вот так и так, мы нашли человека, вызовите там скорую, милицию, все. А почему мы должны? Вы нашли, вы и вызывайте. Я говорю, извините меня, мне некогда, понимаете? Я нашла человека, я сообщила вам, в сельский совет. Вы здесь начальники. И в итоге пришлось мне вызывать и милицию, и мне пришлось вызывать скорую. Да, вот они даже Толя не отреагировали. Толя с Юрой, Шабеем. И понимаете, человек Ната, умер. Человек скорый умер. Все, скорый умер. Да, скорый только умер. За деревню уехал. День пролежал под палящим солнцем. И вот теперь смотрите. И вот у нас он Подожди, Сергей, он ходил 3 дня, как люди рассказывают, 3 дня. Но неужели люди не видят, что пожилой человек, чисто одетый, может, значит, память потерял. С ним что-то случилось. Человеком. А он потерял память. Он ходил на Литвинова к жене, на кладбище. Он терял память, у него заклинило и все. Ну вы видите, 3 дня человек ходит, ну подойдите, в совет-то сообщите. Тем более здесь постоянно машина ездит с регистратором. Ой, этот сын Тарутуна ездит, снимает все на камеру. Они снимают то, что не нужно. Что не нужно. Но теперь дальше что? В воскресенье звонит мне Толя с Юрой Шабеем, звонит и говорит, что Сергей Михайлович, мы здесь что-то, какой-то снаряд нашли. Не в администрацию уже звонит, потому что это бесполезно куда. Приди, пожалуйста, посмотри. Саша с водолазом поехали. Я увидел, что это мина. Так как я эти мины с детства взрывал, показывали мне, и ребята приезжали с военкомата. Они уже с нами, со школьником, провели такое соглашение. Ребят, вы ничего не взрываете, а мы вам разрешать будем, приглашать будем на стрельбы из автомата. Будете в воинской части стрелять, будем вас учить. Все, мы с этим делом на мировую пошли. И они нам объяснили, что можно трогать, что нельзя. Вот эту мину я поднял. Она прям на дороге была, прям выползла. Взял ее и переложил на пень. Вызвал МЧС, еще мне позвонил в МЧС. Они с Ферзиковым связались. Я им рассказал, кто, что, чего такое. Зачем, говорит, ты ее трогал? Я говорю, я знаю. Я могу это дело перенести. Все. Приехали они на следующий день, взорвали. Да? Но вопрос-то. Стекла во всей деревне, да, добежали? А совет не знает. А кому обращаются-то? Обращаются уже не в совет, а обращаются к нам. Вот
уже общину. Хоть что-то, уже люди, уже молодежь уже понимает. Теперь вот, кому. Да. У нас Калоозеро свалку сделали, и нам задают вопрос. Вы в ту сторону ходили, вы видели, сообщили сельскому совету. Они сказали, стойте и сторожите. Как же, Максим, сказали, пиши заявление. Да. А я Таратун сказала, да. Вам сообщили. Какие машины совет? Мусор сваливают около принимайте меры. Этого озера, пруда. Около колхозного. Они вообще ни в чем не участвуют. Я говорю, а он туда есть, свалили, но так его что нет в нашей деревне тут это самое, развести тут все. Итак, ребята. Вы отклонились. Да. От курса, и вас опять куда-то за понесло. Дорогу потянуло. Вот я и говорю, что как бы мы ни, куда бы мы ни шли, как бы ни старались эту площадку делать обелиски, нужно обязательно пожилое поколение, обязательно не забывать, как бы мы, что бы мы ни делали, а в первую очередь обязательно об этом. Ну, баба Шура, потом вот забудешь. Про ребят, про этих. Про ребят, про этих нельзя забывать, чтобы обязательно хоть как-то их собирать. Вот конкурс учредить там, ребята, приходите, но кто-то подтянется. Кто? Так я о чем а говорю, что? Юля, так мы об этом, о наших проблемах сказали, и говорим. И через детей потихонечку подтягивать и родителей. А у вас план работы, вы как-то составляете на год или более мелкие? Не, я только вот с 26 января баню закончил восстанавливать, что правда за нее расплачиваться приходится. У нас очень много эмоциональных разговоров. Мы продолжаем вот, из Дима, себя все это выливать. Помнишь, когда у Вики собирались? Я говорю, а давайте, может, обелиск сделаем. Это было в то конце мы мая. Говорим, а результат? 22 июня уже вот сейчас вот стоит. Вот сейчас мы уже проговорили сколько? У меня сыгрались? Ну, минут 15. У тебя да, были сидели на стуле. Что в сухом остатке? Это был март месяц, еще снег сходил. Март месяц, Сережа, зеленые были. Сережа говорит, что надо заниматься. Сережа, что в сухом остатке? Твое конкретное предложение. В сухом остатке предлагаю. Предлагаю. Записываем. Вот сейчас ручку достану. Вот попросить. Я прошу Диму, чтобы с ним пройти нескольких человек, хотя бы 5-10 бабушка. Человек, пускай бабушка. А потом с бабушкой начинаем разговаривать, и люди послушают. С бабушкой вышли, с тетей Машей, там Юрка подскажет, Саша Водолазова, обязательно, которые жители коренные были. Жители, пришли и вот разговариваем, а что вы хотите? Коренные. Мы хотим вот так вот, слушаем. И сделать, написать бумагу, да, вот действительно, чтобы рассказать, что мы хотим сделать и что мы вам, чем мы хотим, ну, то есть чего, ты предлагаешь для чего, да. Пройтись по деревьям. Да, обязательно. Так, с чем конкретно? Вот, с этими собрачиваем по это пожилым все, людям. Это все, вот то, что ты сейчас говоришь, все им уже мы... Пожилым людям. И в газете, да. В информационных листках, да. И лично уже говорили. И поэтому узнать о том, что, какие слухи о нас распространяют, что они делают, и предложить их им участвовать в наших мероприятиях, собраниях. Даже пускай вот пожилые там, они пришли, посидели здесь вот на скамеечке, там, я говорю, кто может двигаться, гуляют, то все равно все. Вот они гуляют оттуда по пыльной дороге. Пришли здесь по аллее, погуляйте, походите, а потом посидим, поговорим и подумаем, что делать. Ну, чтобы, я считаю, что люди, чтобы люди к нам да. потянулись, мы должны да. показать. Вот мы не раз это ну вот мы показали людям, они потянулись вот это из того дома. Мы их пригласили. А мы их не пригласили. А мы их не пригласили, потому что да. объявление на стенд мы повесили когда? Вчера, по-моему, да? Или позавчера. Вот. Когда мне вот это повесили. Когда мы так, с Викой ну, да. к этому ездили, а к депутату это с Надеждой Алексеевной. Еще... А Антон-то пришел же ведь, да? Антон пришел, он сам пришел помогать, сам. Не балуйся. А раньше они приходили, люди и Татьяна, и Виктор, не, и все. Сережа, они люди ничего не знали, мы никого даже не приглашали. Но они только помогать приходят, а мы с ними не работаем, не разговариваем, ничего, все. Они, вот я говорю, попросить, ребят, напишите, что вы думаете о нашей жизни в деревне. Вот просто напишите, а мы вот как бы в наш Сереж, ящик опустим. Вот я подготовил вот эти вот объявления, да? Да? Там кроме самого объявления, там я сделал, Вика, да, вот эти вот мелкие, угу. которые можно нарезать, размножить и разнести по почтовым ящикам хотя бы. Ну, то есть давайте. Люди уже будут проинформированы. Вот и так, а да. сейчас говорить о том, что они не идут, нельзя, потому что они даже не знают, нужно идти или не нужно. А вот теперь уже потом дальше, ближайшие мероприятия, вот мероприятия, я считаю, там открытие парка, день села провести, реконструкцию боевых действий, чтобы и перед этим, чтобы детям можно в библиотеке собрать детей, кто-то там из музея из исторического приехал из Калуги, из областного, может быть, чтобы они могли приехать и прочитать им лекцию, не лекцию, а там, что, как здесь в деревне воевал, ты все прекрасно придут. Говоришь. Ну, давайте будем сейчас говорить о тех первоочередных задачах, которые мы сейчас можем сделать.
Без... У нас вот первая задача, вот давайте мы вот опять уходим от нее. Вот первая задача, это вот этот парк. Без... Да, реконструкция. Вот давайте к нему и вернемся. Давайте разработаем сценарий, что мы хотим здесь видеть. Какое оборудование мы хотим сделать. Реконструкцию хотим сделать. Реконструкцию. Кто будет делать эту реконструкцию? Вот, перед тем, я тебе говорю, что перед тем, как провести... Эдуард нас подводит, перед тем, провести, как стреляют, ну я сейчас вот поговорю с ним, перед тем, как стреляют, нужно... Детям за день, за два вот собраться в библиотеке там или за неделю до Кто этого. Кто тебя пустит в библиотеку? Ну, всех жителей собрать, провести мероприятие, которое там в Отечественной войне посвящено. Сережа, кто нам это разрешит? Да когда нас выгнали оттуда. Единая Россия разрешит. Вот Единую Россию пойти и сказать, да, пускай она разрешит. Вот, Надежда Алексеевна, пойдем, мы хотим патриотическое провести в целях патриотического воспитания детей, собрать детей, давайте, чтобы нам прислали лектора, и они пришли. Давайте вначале мы поговорим об открытии парка, чтобы нам доделать одно, а потом браться за другое.